требованиях мы попросили приостановить работу таких установок до появления на них систем газа, то есть очистки. И при рассмотрении дел в судах мы это можем констатировать. Есть компании, которые слышат нас с первого раза, да, и понимают, что проявляют социальную ответственность, поскольку они работают в черте города. Они заключают с нами мировое соглашение, вот утверждают четкие планы модернизации своих промышленных предприятий, уже проектируют такие установки. Я надеюсь, что они в ближайшее время будут смонтированы. Ознакомиться с экологической ситуацией в городе можно на сайте Краевого центра мониторинга качества окружающей среды либо в мобильном приложении «Крас Экологи». Информация с постов наблюдения обновляется каждые 20 минут. Сообщать о любых нарушениях экологического законодательства можно на телефон круглосуточной горячей линии министерства 8 820 11 116. Также сообщения можно оставлять в личном кабинете на сайте в разделе «Обращения граждан».